Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Тутенпаут, а мы продолжаем играть в Subnautica. Спасибо вам за хорошие советы. И еще мне написали, типа, а что же я забыл про Аврору? То, что там же есть двери, которые я не открыл, которые надо сварочным аппаратом. А я реально забыл про это. Поэтому, братан, братуха, братишка, сестра, мы сейчас пойдем с тобой на Аврору. С лазерным резаком обязательно. Вот у меня есть, да? Обязательно с лазерным резаком. И нам надо, короче, с тобой, нам с тобой там скрыть двери и найти новые чертежи. Так, ну что, поехали. Даже смотреть Т-28 пусти. Блин, не хочет. Хотя стопы чуть. Опа. Давай, Т-28, погнали. На Аврору. Вперед. Полный курс на Аврору. Я это не обсуждать, сказать, я где она? А, вон она. Она наоборот сзади оказалась. Чё-то я фигней маюсь. Почему у нее так выделяется вот эта вот часть среди остальных? Это даже как-то странно. Так, мы опасные. У нас 6 торпед. Поэтому, если чё, огонь на поражение мы можем. Не зря же я проводил модификации в прошлой серии. Так. Эта хрень пойдет тут. Сейчас туда пробираемся. Нам главное чертежи. Это реально самое главное для нас на данный момент. Чертежи. Именно они. Что тут за куски? На. Пульсивная, не, мне она не нужна. Я же ее открыл. Так, акулы, будете буйными, я вас торпедой пробью. Кто буйный? Ты буйный. Че, на меня? Пока. Я ж сказал, я серьезный парень. Так, это что? Известняк. Вот не будут на нас теперь акулы лезть. Буду в них стрелять. Так, это у нас тоже фигня. Может, я что-то интересное пробовал? Нет, вот не пробовал. Это что? А, это хрень. Тут опять пропульсивная. Что вы тут собираете? Так ладно, пофиг на вас. Вы там собираете? Мне как-то по барабану. Давай залезаем, точнее заплываем. Мотылёк останется у меня тут, точнее Т-28 останется на тут. Вау. Блин, мне же пожар тушить нечем, ну ладно, пофиг. Нам уже некогда останавливаться. Нам вперед и только вперед. Только в дорогу. Так, если что, возьму нож сразу. Этих же тоже надо мочить, уродов. Такс. Давай, бежим. Это было тупо. Это было слишком тупо с моей стороны сейчас. Там что?
Я в том комплексе не был. Надо бы его открыть. Видите, вон от меня. Урода. Вам всем забив, что ли, провести? Точно, у меня же где-то есть. Пока, пацаны. Че, на меня? Кого еще? Тебя. Смерть всему живому. На-ка. Кого еще? Тебя. Тебя. Вот живая тварь. Пошел вон. Это... Так кайфно их мочить. Так я тебя поймаю. Энергия. Энергия быстро тратится. Так. А тебе и так зарезать можно. Иди сюда. Все. Он сдох. Это точно. Ну как всегда, ё-моё, на самом интересном месте у меня нету с собой. Блин, вот слава богу, как же хорошо, что ты тут есть, а. Как же я тебе рад, огнетушитель ты мой родимый. Давай. Доходим. Отлично. Я прошел. Там у нас какой-то отсек. Что тут у нас? ПК. Что я делать должен? Лазерный резак. Сейчас мы все тут посмотрим. Все мы тут посмотрим с тобой. Что тут нужно нам, а что не нужно. Чертежи будут у меня. А то уже сигнал от солнечного луча идет, а мы тупим. Так, ну что тут? Это все? Точно. Блин, много всего. Много. Что заваливает, что за дверь? Это что за ход? Много всего. Так, мне сюда не полезу. Так, данные от ящика мы получили. Дикий сворот. Мне взять. Откуда я вообще пришел? А, я вот пришел с тобой отсюда. Давай почитаем. Так, ага. Журнал операций. Данные черного ящика Аврора. Значит, маневр гравитационный пращ. Вокруг планеты 4546В. Высокоскоростной энергетический импульс выпущен с поверхности планеты. Аварийный сигнал бедствия отправлен на прослушивающий буй корпорации Альтера. Обнаружено попадение отсеки со спасательными капсулами. По правому борту повреждены, исходящая связь нарушена. Значит, экстренная эвакуация. Ручное управление передано капитану Холлистеру. Спасательная капсула 1 с 1 по 25 успешно запущены. Вход в атмосферу планеты зарегистрирован. Мощный удар. Защита ядра привода повреждена. Постанализ. Энергетический импульс не соответствует известным технологиям планетарной обороны. Местоположение источника импульса рассчитано и загружено
Трансляция сигнала бедствия успешно запущена. Исходящая связь наружная из-за поврежденного передатчика. Решение по желанию от штаб-квартиры Альтера получено спустя 8 часов на высокоприоритетный терминал в каюте капитана. Так, идеально. Думаю, кабель доступ к лаборатории. Если вам нужно настроить свое оборудование, используйте станцию модификации. Модификации в передней секции или возьмите старое настроенное оборудование для из лаборатории рядом с даты кольцами код для двери 6483. 6483, погнали. Давай. Так, ну давай. Что тут у меня? Микроскоп. Ну ладно, пусть будет. Integrating new PDA data. Вот, да. Ну, в принципе, так нормально. Что за лаборатория? Ничего полезного, да? Серьезно? Ничего полезного. Прикольно. Так, ладушки. А это что за дверь? Ну-ка, ну-ка. Ах, ты же засранец, ты пройти не можешь. Блин, только не застревай ты мне тут, пожалуйста. Так, в принципе, нормально. Сейчас прыгнуть. Чё-то нифига. Все надо бы уже соображать. Блин. Пипец какой-то так. Давай. Ну ты вообще. Так. Угу. Ну еще для разгона. На, блин, почти. Меня уже бесят эти запрыгивания. Ты думаешь, что это нельзя сделать, но ты ошибаешься. Это как-то делать. Ты это не можешь сделать, да. Так, ладно, я поставлю видео на паузу, пока пытаюсь туда запрыгнуть. Так, вот я сюда запрыгнул, наконец. Так, достаем лазерный резак. И смысл? Шо? Офигеть! Вход в эту дверь недоступен. Все коту под хвост. Ну ладно, бог с этим. Пошли обратно. Желательно с пропульсивной штукой. Пропульсивная штука опасная вещь. Так, окей. Давай, бежим.
Нам надо еще тут сходить, осмотреться. Мы же не все изучили. У меня уже две торпеды. Что они тут делают? Вихревая торпеда. Он будет тут снабдить мотылек. Д-28. Блин, я все не могу его называть Д-28. Я его почему-то все время называю мотыльком. Так. Давай, все взрывается, все эпично. И мы бежим сюда. Так. Это я вскрывал. Да, мы бежим именно сюда. Рубить двери. Я же все читал. А, общественные документы. Как охарактеризовать индивида, составляющие коллективный разум? Являются ли они неразумными компонентами большего разумного организма? Или же больше их разум? Или больший разум, всего лишь продукт независимых организмов. Может ли быть и то, и другое? Мы определяем организмы по их чертам, мы неизменно узнаем, что разнообразие этих черт зависит от черт их окружения. Концепция головастика бессмысленна, без концепции лягушки, в которую он разовьется. Идея хищника пуста, без понятия о добыче. Это поднимает вопрос, если мы все определяем, связывая это с чем-то еще, то что мы на самом деле объясняем? Наглядным примером этого будет колония коллективного разума, недавно обнаружена на планете Стрейдер 4. Снаружи гнезда было размещено устройство, убившее током любого особи, приближающего к нему. Колония муравьев потеряла бы много особей, прежде чем между ними был бы передан базовый сигнал опасности, что научило бы их избегать устройства успешно, но затратно. Колония на Стрейдере 4 быстро разбилась на две группы. Одна пыталась сдвинуть устройство грубой силы, жертвуя особами в попытке сделать это. Вторая пыталась засыпать устройство песком. Эти две цели были взаимоисключающими. Завязалась борьба. Первая группа была побеждена ввиду их малого числа. Устройство было безопасно погребено, и выжившие объявили перемирие. С точки зрения индивидов, произошедшее должно быть было ужасно. С точки зрения коллективного разума, надоедливая проблема была разрешена наиболее эффективным путем. Чья же перспектива верная? Я предполагаю, что ни та, ни другая, пытаясь изгнать существ в наши жесткие рамки концепций, мы придаем миру ложное впечатление конкретности и значимости, что также является отражением нашей концепции нас самих. Мы описывали особые на Стрейдере 4 атакующими друга, подобную тому мы описываем микробов, атакующих человеческое тело. Блин, друзья, Стрейдер 6, сорян. Что-то мне его под четверку хотелось назвать. Однако стрейдерская колония, подобное тело, не может быть здоровой в целом без агрессии. Ее компонентов мы навязываем нейроны в мозгу неразумными, но мозг в целом разумен. А когда одна идея занимает мозг и вот вытворяет меньше, мы описываем это как акт агрессии. Мы оплакиваем погибшие нейроны. Когда философия или технологии занимают место в человеческом обществе, когда из них разговариваются войны и гибнут люди, правильно ли рассматривать это как добро или зло? Невоспринимание это как попытку опровергнуть значимость нашего существования. С нашей точки зрения, наше существование по-настоящему важно. Но наша цивилизация и наша вселенная, действительно ли они отличаются от колонии на Стрейдере 6? Ограничен ли разум существами из плоти и крови? Или наша вселенная и вправду одна гигантская разумная система, и мы не более чем амебы
очень важные для себя дырки в ее поверхности. Нам, как ученым, следует помнить, что наша цель не окрашивать мир в то, что мы видим, а увидеть его таким, каков он есть на самом деле. Так, очень большая информация. 35. Так. Там я был, нам сюда. Ну-ка. Нафиг. Я ж теперь это все отодвинуть смогу. Так. Где я тут не лазил? Надо проверить все. Где там? А, че забыл? Как это я открывал? Вон там я не мог. Все. Вскрываем дверьку, господа. Так, все. Что тут у нас? КПК. О, птичка шикарная. Так. Посмотримся. Еще КПК. Так. Батарейка. А это все открывать можно или нельзя? Пусть нельзя. Где это открывать? Так тут что? Батарейка. Что тут? Отсек крабов шикарный. Так. Отсек крабов — это круто. Хорошо, что у меня есть все инструменты. В принципе, пригодятся, давай. Отсек крабов. Мы тебе починим. Так, хорош. Ну что ж, я в отсеке крабов. Смотрим, что тут есть. В контейнерах пусто. Там главное, во всех контейнерах пусто. Никаких чертежей. Но вот только посмотрите наверх. Нам надо наверх. Так, это что? Новый сигнал. Смогу сканировать. Костюм краб, один из четырех. Так, блин, слишком много пожара, надо его устранить. Так, не горит сам, главное. Так, давай сканируй. Стоп, у меня что, этот, заправка 1%. Плохо дело. Так, давай. Это у нас третий кусочек. Осталось четвертый кусочек, и все будет круто. Все меня приглашают в игру. Так, давай сканируем. Блин, ну краешь, вон мне уже поставили новый сигнал, источник энергетического импульса. Шикарно.
Так. Фильтровую воду. Водичку мы берем. Водичка это для нас важно. Столовая. Ух. Стенная полка. New blueprint acquired. Не, братаны. Там уже много чего снимать. Коды у меня есть. Так, чертежи, транспорт. Краб. Да, дело выживший Дегзи. Так, давай тут читать. Второстепенная задача миссии Аврора. Миссия. Поиск и спасение. Цель. Экипаж монгольского судна Дегзи. Последнее известное местоположение окрестности планеты 4546В. Рукав Арианды. Контактное лицо. Эмиссар Жучи Хасар, пассажирский отсек Авроры. Краткое описание задачи. Монгольское судно Дегази с высокопоставленными монгольским начальником на борту пропало почти десятилетие назад. Страховой отдел корпорации купил право подняться на борт Авроры для эмиссара Хасара. И вам следует приложить все необходимые усилия, чтобы найти и при необходимости вернуть экипаж Дегази. Без ущерба для основной миссии подтверждение судьбы экипажа поможет Альтерия в дипломатических делах с монгольскими консулами. Детали миссии. Аврора должна выполнить маневр гравитационной пращи вокруг планеты 4546В, океаническая планета категории 3. Приблизительно 13 месяцев спустя после старта этот выведет корабль в район последнего известного местоположения Дегази. Для данной миссии в пакет грузов Авроры были включены дополнительные водные и вездеходные виды транспорта. Список пассажиров Дегази был разослан старшим служащим в виде отдельного сообщения. Так, у нас есть коды. Вот кодам мы сейчас как раз приступим. Так, это не то, а это стопа. Сварка на это дело работает? Нет, на это дело сварка не работает. Например, поесть, наконец-то есть поесть. Круто как. Как хорошо-то. Есть поесть. Еще поесть есть. Так, вот это, в принципе, одноместная кровать тоже нормально. Мы сканируем. New blueprint acquired. Кстати, заявку мне нужно выбросить. Ладно, пофиг с тобой. Так, плакатик обязательно. Скамья. Без этого никуда. Так, я тут больше ничего интересного не вижу, вот кроме воды. Поехали дальше. Так, тебе я должен открыть. Коды. Говоришь, ты уже больше года на этой агрегате, и тебе не доводилось бывать снаружи. Так вот, теперь у тебя есть друг с ключами от огромного, мать его, робокостюма. Нам совершенно нечего делать, пока мы не добьемся до звезды и не начнем работать над вратами. Если хочешь попробовать звезды на вкус, только скажи, у меня тут есть запасной краб специально для тебя. Ты не знаешь, что такое сила, пока не раздолбишь астероид собственными голыми механическими усиленными руками. Хочешь сыграть мяч, пролетающий мимо метеором, приходи в жилой отсек, код 1869.
Ое, подошел. Взять синяя кепка. Зачем мне она? Зачем мне эта кепка? Что за бред? Выбросить тебя. Стенные полки изучить, конечно же. Мягкая игрушка обжора. Хорош. Игрушку я возьму. Это что? А, кажись, вот это. Все хорошие вещи в жизни — это товар. Мы торгуем любовью так же, как мы покупаем и продаем акции. Мы вступаем в человеческие отношения тогда, когда в них есть справедливый обмен ценностью. Поддержка, мотивация, привязанность — ничто хорошее не дается даром. Если все физические товары в Федерации поступают от одного поставщика, то это создает опасную монополию. В личных отношениях также людям важно получать то, что им нужно из нескольких источников. Если кто-то найдет лучший источник необходимых товаров, то он не причиняет вреда своему изначальному поставщику, изменяя свое торговое соглашение. Если один из партнеров в отношениях чувствует угрозу или ревность, то они должны вместе взглянуть на свою бизнес-модель и спросить себя, являются ли они конкурентоспособными. Всегда есть простор для улучшения. Фух. Так, ты что такое? Закрыть. Чертежей у меня много. Новых чертежей. Моё. Ты-то чё? 18.69. Каюта капитана. Не хочет мне. У меня нет никаких от каюты капитана кодов. Поэтому, братан или сеструха, пошли-ка мы с тобой домой. А точнее, к источнику энергетического пульса. Но это перед тем, как мы... Мы что сделаем? А, кайф номер 7, давай тебе откроем. Да. На этот раз 1%. Уже не робит. Заправка 100%, давай. Опять КПК. Да. Один из самых крупных поставщиков космических технологий и потребительской электроники Федерации. Официальный поставщик ТСФ. Неизменно числится среди лучших наименателей в галактике. Начал существование в качестве предприятия оборонной промышленности в середине 22-го столетия. Национальный слоган «Получай то, чего заслужишь». Несмотря на то, что корни большинства трансгосударств ведут к Земле, Альтера дословно означает на Земле единственное достаточно дерзкое, чтобы взять ее имя. Во время экспансии Альтера поставляла оружие всем сторонам, принимая и размещая в себе обширную рабочую силу из числа колонистов и совершила переход от производителя к государству. Угроза Альтере прекратить торговлю стала одной из поворотных точек в конфликте, приведя к угасанию вражды и подписанию устава. На сегодня Альтера поддерживает запрет на оружие внутри своих границ, хотя существуют оговорки для офицеров охранных правопорядка и производителей-экспортеров. Корпорация усвоила, что насилие выгодно, когда оно творится между клиентами, а не служащими. Свободное предпринимательство в производстве Альтеры пообщается, однако конкуренция велика, и все поставленные вовне товары должны нести торговую марку Альтера.
Выгодные предприятия выкупают государством владельцы, входят в совет директоров Альтера. Широко известные технологии Альтера, такие как подводная лодка «Циклоп», начинались с таких частных предприятий. Несмотря на поверхностное сходство с национальными правительствами, юристы корпорации всегда настаивали на том, что она не имеет юридических обязательств перед своими сотрудниками, но добровольно избрала выполнять роль, обычно свойственную демократически избранному правительству. Данное заявление еще не было засвидетельствовано в судах Федерации. Так. Поесть у нас все есть. Как отсюда смыться? Как я сюда ходил? Хочу отсюда смыться. Во имя всего хорошего. Пригожего. Бежим отсюда. Воу-воу-воу-воу, больно было. У меня есть чертежи краба теперь. Как сделать краба? Костюм краб. Ну, конечно же, аэрогель какой-нибудь. Ну, ё-моё, у меня таких штук нет. У меня нет таких материалов. Мне сложно будет. Как отсюда выбраться? Как отсюда выбраться? Я уж всё забыл. Так вот тут я проходил, да? Мы сейчас на источник энергетического импульса пойдем. Что я мог сканировать? Даже показалось. Давай, пошли отсюда. Так. Опа. Валим, валим отсюда. Со всех ног. Выбросить. Значит, лазерный резак. Ремонтный инструмент. Так. А строитель, ты чё, можешь это делать? Мне было интересно. Строитель умеет делать. Изготовитель аптечек, настенный шкаф, радио умеет делать. Изготовитель, конечно же, умеет делать строитель. Ладно. Мы на базе установим с тобой изготовитель. Так будет проще для всех. Я думаю, серия и так большая. Пожалуй, давай-ка в следующей серии к энергетическому импульсу побежим с тобой. Пока давай передохнем. Сделаем строитель на базе. И так уже много за сегодня мы с тобой наделали дел. Зарядка 5%. Давай, доплыви до мотылька. Welcome aboard, Captain. Так, водичку возьмем. Живем пока. Доплывем до базы нашей. Сейчас все там нормально у нас будет. Сделаем вот этот вот изготовитель. Серия уже даже нормальная такая. Вот поэтому мы и перенесем вот этот вот
источник энергетического импульса на следующую серию. Поэтому жди, дорогой друг, жди. Мы слишком долго ковырялись в Авроре. Слишком долго. Так, а я забыл самое главное. Конечно, надо опять торпеду новую засунуть. А точнее, две новых торпеды. Все идеально заряжен на максимум, да? На максимум. Поехали. Чё-то китов у нас тут много. Так, вот и база. Припаркуем сейчас мотылек. Тут. МТ-28 наш. Так, всё идеально. Ты чё? С ума сошла, рыба. Иди сюда. Я тебе приготовлю. Ну, попозже. У меня сейчас дело. Мне надо найти пластичный коралл и все. Больше мне ничего не нужно, да? Больше ничего не нужно. Ну да. Пластинчатый коралл и все. Вот он. Это дело быстро. Погнали. Сейчас строить будем. Так, извлечь эту батарейку, она мне не нравится. Сейчас заряжать буду. Так, тебя. Так, а у всех батареек все нормально. Ну ты, давай заряжайся. Я, в принципе, хотел. Ну, думаю, так, ты что взял? А, вот ты золото взял. В принципе, думаю, можно будет и сюда влепить. Изготовитель. Так, рыбку мне пожарь. Так, все идеально. Все просто идеально. Ты где смотрел? Что с камерой номер 2? Я ж ее там грибам послал. А, да, вот. Грибы, все нормально. Все идеально даже. Так. Игрушку сюда выкидываем. Утешительное. Вот так вот украсим. Эч. Спать лег. Что ты спать-то лег? Я ж тебе сказал, просто поставить игрушку. Прощать. Сборка. А вот. Я мог так сделать. Все, у меня есть игрушечка. Все идеально, в принципе. Да, все в принципе идеально. Куда делся сигнал? А вон там источник энергетического импульса. Так, пока вот это вот у нас для красоты будет. Ну что ж, дорогие друзья, надеюсь, вам понравилась эта серия. Ждите новую серию Сабнафтики. С вами был Тутемпаут.
В следующей серии мы поплывем к этому энергетическому импульсу. Ну что ж, всем удачи, всем пока.